Ну ладно, в прошлой серии получилось немного больше, чем обычно, но, в общем-то, я правильно почувствовал. Чувство времени сработало правильно. Так что продолжаем еще одну серию, сегодня запишем. Но на сегодня это будет последнее. Couch with your pants down. Хрен знает, как переводится. Плечи. Мы получим арабские деньги, мы получим арабские деньги. Хо-хо-хо, еще разок давай. Здорово, Нигер, это Джонель. Джонель, Нигер. Знаешь что, убирай выражение, это ни хрена не вежливо так говорить. Слушай, будем трахаться или нет? Время идет. Спокойно, малышка, проникайся, почувствуй как следует. Давай. Что случилось? Да, это странно выглядит. Со мной ничего, приятель, я собираюсь построить самую большую башню в этом гребаном городе. Самую большую, мое имя войдет в историю. Вот реально странно выглядит в этих трусах. Не сомневаюсь, так что тебе нужно? Мне друг рассказал, где взять одну классную игрушку. Как вертолет, только лучше. Знаешь, с меня хватит. Вах, я серьезно, крутая штука. Только представь, настоящий танк Ньюб. Как тебе? А, я такие, по-моему, видел. Только представь, круто ведь, да? Зачем тебе танк? Решил с преступностью бороться? Он мне нужен. Давай, только ты и я угоним танк. Как ты нигерил во время бури в пустыне, да? Как китайцы. Ты совсем с дуба рухнул. Слушай, брат, тебе что нужно? Деньги? Деньги нужны. Вот бери деньги, бери, только сделай это для меня. Да, так, давай сейчас, Ливи. Мы получим арабские деньги, ну-ка, малышка, мы получим арабские деньги. Юсуф! Папа, что ты здесь делаешь? Здравствуй, отец, это мой бизнес-ассистент, мистер... Луис. Мистер Луис, да. Он лучший технический консультант в этом городе, а это его жена Джонни. Тихо ты, козел! Так вот, у нас было небольшое такое совещание, и все как-то закрутилось, и я каким-то образом продал свои штаны. Знаешь, отец, что тебе скажу, ты выглядишь просто прекрасно. Я знал, что ты живешь в бесчестии, но даже не мог представить, как ты позоришь семью. Все не так, как ты думаешь. Это выглядит очень плохо, сын мой. Не суди о книге по обложке, отец, ты сам меня учил. Если книга называется «Оружие», «Наркотики», «Шлюхи» и «Голая жопа», мне ни к чему ее читать. Ну шлюх ты что приплел? Работает девушка, отец. Знаешь, эти люди, они для меня никто. Ах ты крыса, вообще-то они собирались уходить. Уходите, мистер Льюис, и жену свою заберите, мистер Льюис. И вы знаете, мадам, ты не лучше нарядной замужней женщины. Ой, я им тысячу раз говорил, нельзя так одеваться. Но разве они меня слушают? Нет, никогда. А ты, кстати. Я тебе отправил сообщение через минуту насчет танка. Шш, иди, не смей возвращаться. Не стучал в дверь. Эти люди, папа, не знают, что такое честь, но я тебе скажу. Ты будешь гордиться моими планами, я хочу показать тебе имперские башни Амира. Я скажу тебе, тут слова королевские будут недостаточно. Знаете, мне... О, да ладно, мне эту точку предлагают. Юсуф, ну давай. Юсуф? Слушай, кажется, я смогу сбежать от отца. Встретимся на Звездном проспекте. Серьезно? Я уже иду, папочка, подожди немного. До встречи. Ну окей, ладно. Знаете, меня всегда удивляло, вот, ну, серьезно, ведь на самом деле много таких случаев, да, когда у, в общем-то, вполне себе таких, ну, скажем так, серьезных людей, да, ну, действительно, не балбесов, ничего, то есть, которые реально там какой-то бизнес, да, делают, ну, то есть, какое-то дело там, ну, реально серьезные люди, да, вот, серьезный человек. А в детях у них вырастает черт знает что.
И самое смешное, что когда этому черт знает что, начинают доверять какие-то дела. Ведь таких нет. Ладно бы это был исключительно киношный штамп. Так черта с два. Ведь нет. Я думаю, многие с таким сталкивались, когда на руководящей должности сидит какой-нибудь сынок, который на этой должности, простите меня, как, я не знаю, как... Так, простите, хрен под мышкой, блин. То есть вообще как бы, нафига он, спрашивается, там нужен? Только и делает, что, по сути, мешает специалистам. В лучшем случае, просто мешает. А зачастую ведь вообще вредит. Здрасте. Санто Капро. Че, на вертолете, что ли, прилетел? Прочь с дороги, мерзавцы. Давай, друг, залезай. Да. Почему опять вертолет? А? Ну что я вам сделал, блин? Пусть он ведет. Пожалуйста, я не хочу вести этот вертолет. Скотина. Ну ладно, полетели. Бери управление, у меня руки дрожат. Ну еще. Подлетите к Беттеру. Это он где так высоко находится? Ноп везет танк по воздуху. А, надо перехватить. Встречается с банкирами на бирже. Нам повезло, что это слишком серьезная встреча для маленького Юсуфа. Он думает, что я его жду в холле. Ох уж эти родители. И не говори, они всегда считают тебя ребенком, а я уже достаточно старый и страшный, чтобы о себе позаботиться. Страшный? Да, старый, пожалуй. Позаботиться о себе, вот тут я не уверен. Не проблем, ты прав, друг. Мне не хватает денег. Если бы он дал мне пару миллиардов в личное распоряжение, я бы сразу повзрослел. Пожалуй, ты прав. Да уж, пару миллиардов в личное распоряжение. Так, а где они? В самолете нет. А, ну, то есть, как... Стрелять я не могу. Чё от меня сейчас требуется? Таранить их? Что? Что это за штука везет танк? Это летающий кран. Слушай, маленькая просьба. Купи себе такой, не надо его угонять. Я подумаю, Луис. И? Чё от меня хотите сейчас? Создатели игры, блин. Не волнуйся, я держу управление. А, стрелять? Ну это ладно. Подожди, а что? Так он же разобьется, этот танк. Алло, гараж, вы что, с ума сошли? Стреляйте по креплению на БТР, освободите пока я без него участок. Из базуки. Ничего не понимаю. А, желтый! Да, господи, ну... Да ты что, издеваешься, что ли, блин? Да куда ты все попадаешь, блин? Эй, да... Алло, гараж, ну ты че, блин? Да что, куда я... Да блин, стой! Да что такое? Почему он все вперед? Да перемещается-то, алло! Что с этим дурацким прицелом, блин? Да... Так... Да хорош, блин, ну куда? Какие... Дурдом, а? Да хорош, водить-то так, а? Бляха-муха! Я плох. Я знаю, я в этом очень плох. Не понимаю. Да пипец, разброс, блин. Да как мне прицелиться-то, алло? Ну что вы от меня хотите опять, ядрёная кочерыжка? Аллилуйя, блин. Что это такое? Ёшкин кот, блин. Пошёл, прыгай за ним. Опять прыгай за ним.
Куда прыгать-то? Где? А, ну конечно, он в полицейском. Где он? В дороге? Где он? А, ну да, он в полицейском участке. Ну почему бы нет, ёшкин кот, действительно. Забавно. Вот, все получилось. Да, только у меня на хвосте копы. Хорошо, что ты в танке. Только это танк нюб. Так, какая разница, езжай на стройку. Только не сыщи за собой тех коп, разберись с ним. Господи, как он залез-то сюда, а? Вали, приятель. Серьезно, что ли, он не может сломать эту... Нет! Извините. Господи, какая дуря. Ох, ёшкин кот. Конечно, мы не можем оттуда выехать. Зачем? Сколько? Чит опять 4 звезды. Где тут выезд-то, блин? Ладно, попробуем удрать. А мне, кстати, интересно, а я вообще... Конечно, ёшкин кот! Ну, конечно, блин, там машина прям по дороге, а! Пожалуйста, 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 газуй, газуй, туша, газуй! Газуй, 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 сейчас уйдем. Ну, газуй, ведь чуть-чуть осталось до ухода, а! А мне сейчас обновить поиск? Не обновили поиск! Кто обновил мне поиск, блин? Да какого ж дьявола-то, а? О. Три звезды. Не понял. А кто мне реально поиск-то обновил? Как? Вот сейчас я только доеду до края, и там появится полицейский. Целая куча полицейских. Блин, да ты вы что, издеваетесь, что ли? Да ёб твою пляхамуха! Блин, ну все обкладывают просто со всех сторон, блин. О, две звезды. Звезды все сокращаются, да? Попробуем чутка схитрить. Да отстань ты, японский бог! Ты чё, тупой что ли, блин? Придурок! На премию идешь или чё? Зараза, смотри, там один еще... Ну, блин, ну тут, конечно же, стоит коп, который обновит мой поиск. Еще один коп, да поехали, туша. Ты танк или где, блин? Ты смотри, а еще один прилип. Да ёб, вы че, блин, а ну смотри, еще один появляется впереди. Да дайте ж мне уехать-то, а. Уйди, пожалуйста, с дороги, придурок, а. Все, на одну звезду уже снял.
Не знаю. С одной стороны, вроде я должен радоваться тому, что я на танке, то все пятое, десятое. Но, блин, от всех этих заданий, понимаете, пахнет каким-то идиотизмом. Вот просто без дураков. Это реально какой-то идиотизм. Потому что угнать танк, спрыгнув... Понимаете, это вот в Сан-Андреасе ведь тоже была такая миссия идиотская, когда тебе нужно было в обязательном порядке, на кукурузнике, блин, спрыгнуть на перехватить реактивный самолет, в процессе догнать его определенным образом, потому что кукурузник физически не мог догнать этот самолетик, да, там нужно было пикировать обязательно, то есть нужно было сообразить, во-первых, еще сообразить надо было об этом, во-вторых, потом ты еще исполнил, да, вот. Потом тебе надо было в обязательном порядке спрыгнуть на этот самолет. В обязательном порядке там всех перебить. После этого не надо было никуда его отгонять. Нужно было приземлиться просто в аэропорт, где и у тебя возникал абсолютно логичный вопрос. Нет, с одной стороны, миссия, конечно, пипец какая сложная. И после прохождения, ну, и всех тех воплей, которые ты испускал, да, у тебя появилось закономерное, так сказать, понимание того, что ты молодец. Но с другой стороны, возникал вопрос к целой, как бы, к целой куче моментов. Например, а нахрена было, почему нельзя было просто подождать этих козлов в аэропорту, например, да? И точно так же их перебить. Загадка. Вот. Так и здесь сейчас. Перехватите танк, пока его перевозят. Хотя мне, конечно, презентовали новую снайперку. Ну, блин, снайперки здесь нафиг не нужны, поэтому только с нее. Как с козла молока. Вот. И танк New PD. Ну, с одной стороны, конечно, да, прикольно. Но с другой, во-первых, вряд ли он будет доступен по-нормальному. Начнем с этого. Нет, если его мне сейчас поставят в доступ... Тогда еще ок. Потому что, в принципе, он достаточно прикольный. Он не слишком быстрый, но вполне себе маневренный. Вот пушка у него, конечно, полное говно. То есть, вообще ни о чем. Но все равно. Все равно попахивает идиотией. Юсуф, ты где? Я тут. Где? Наверху твоя мать. Стой тут, я поднимаю эту штуку. А ты что, краном умеешь пользоваться? Спасибо за все, брат. Ты настоящий бриллиант. Не говори. Ну, то есть, как бы, я его не получу в свое использование, да? Просто, опять же, момент со снайперской винтовкой. Вопрос. Откуда у нашего Луиса такие навыки обращения с этой снайперкой? Ну, меня пичкают типа крутым оружием. Так. Спасибо, что не остановилась. Так, ну что, продолжаем. А, Юсуф кончился? Мори. Булгарин. Тони. Доступен. А я где вообще? Угу. А откуда Мори взялся? Море. Море. Это ведь тот чувак, который с бриллиантами. Господи, как его? Когда там эти ребята, евреи, приходили, и там же Море, зацени бриллианты, он типа Айзек, они там великолепны, что-то такое. Это ж, типа, я так понял, это ювелир какой-то. Может, это он? Может быть. Не знаю. Все равно от всех этих миссий попахивает какой-то уж слишком веселый идиотий. При этом в этой идиотии почему-то должен участвовать я. Задумался, извините. Давай, а тут что скажут? Ой. А, опять прицельно. Прыгните на указанную позицию. Ну, давай, прыгнем. Тысяч. Ну, давай, сигай уже, елки-палки. Вот, 2 часа идет загрузка. Ну?
Да полетели, хорош, блин, вот тут тоже сделали, блин, конечно, да. Тут четко понятно, вот тогда с яхты, я говорю, как-то не очень было ясно, почему-то, вот типа 70%, вот все раз. Вот, пожалуйста. Сколько дали? 7? Хм. Ну ладно. Тут еще где-то прям поблизости, да? Вон. 7%. Ну ладно, окей. Ну хотя да, я тут сейчас плюхнулся достаточно это. Достаточно кривовато. Ну ладно, главное, засчитали, пофигу. На движущийся транспорт. На кого? Кто у нас есть движущийся транспорт? Ага, грузовик. Красный или розовый? Давай, 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 быстрее. А где он? Да прыгай давай уже. А ну что ты, господи, прям вот... Не так прыжки делаются. Я прыгал, не надо мне ля-ля. Вот этот, да, грузовик, я так понимаю? Да господи, блин, а ядрёна кочерышка, чтоб тебя... Ну да, а чё-то... Подождите, какой же он движущийся? Он стоящий, блин. Движущийся. Так. Прям по курсу, да? Чё ж он не ехал-то? От слова совсем. Движущийся грузовик. Ну из плюсов, кстати, хорошо, что они, по крайней мере, мой этот парашют не юзают. Сейчас, подождите, сейчас всё сделаю. А, опять нам указано? А, так это я не туда залез. Ну ладно. Нет, я думал просто, что сейчас опять... Это то же самое место. Хотя, подождите, нет, это не то же самое место. Ладно, стопку. Давай быстрее. Луис, сигай. Не доводи до греха. Давай, давай, давай. Пролапс. Это реклама скрытая или нет все-таки? Блин, да ты издеваешься, что ли? А, засчитали? А, прямо сзади. Хм. А где? Подожди, сзади. А, вон вижу. Это засчиталось? Чё-то я вообще ничего не понимаю. То есть, я вообще мимо мишени жахнулся. И в итоге... Ну ладно, ок. Да, тут, конечно, нужна практика. Согласен. А, вот это опять движущийся транспорт. Тут нужна практика. Немножко. Не знаю, как-то в Vice City вот как-то более интуитивно понятнее, что ли, было, как этот парашют работает. Лучше получалось, я хочу сказать. Тут я говорю, то, что камера гуляет в момент. Вот видите, вот сначала тебе показывают вот так вот. Потом вот так вот он падает. Потом камера немножко гуляет туда-сюда. Ну, то есть... О! Ну, нормально. Вот это я понимаю. А, нет, стоп. Вижу, на карте вижу. Давайте уж сейчас всю эту кучку здесь сделаем. На, практика, еще раз практика. Сейчас куда? Опять движущийся транспорт. Вот опять, видите, транспорт показывают. Ну что это за ракурс? Где этот транспорт? А, такой же. Окей, ладно. Такой же, так такой же. Давай. Сигай. Панорамик. Панорамик? А что не Панасоник? Ежик Соник, блин. Догоняем.
Что? А, то есть, типа, надо в переднюю часть машины приземлиться, да? Ну, ладно, окей. В принципе, у нас только два осталось тут поблизости. 370. Че, по 5 баксов, что ли, добавляют? Я уж думал, мужик с огнеметом идет. О, с этим. С огнетушителем. Ну просто красная и черная торчалка. Куды? Указанную позицию, ладно. Это не катер. Давай, 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 давай. Давай, давай. Сигай. Все, гай. Все, гай, все, гай. Все, гай. Да прыгать-то, ё-моё. Где там указанная позиция? Куда ж ты ешь, кинкот-то, блядь? Извините за мой французский. Сучья машина, извините за мой французский, блин. Ну как вот на это реагировать? Ну просто взял, споткнулся об тачку, блин. Ладно. Как-то засчитали, хрен с ним. Сойдет. Не бросайся. В смысле? За что? Я его просто толкнул. Peace, love. Чё ещё там? Чё ещё хорошего скажете? Не excuse me. Правильно, полицейская машина. Туда и надо ехать. Подальше от меня. Так, а тут где вход? А, вон вижу. Чё такое? Какая нафиг Синди? Девушке так одиноко, неужели никто не приедет ее развлечь? Я так понимаю, опять жопа появился. Сначала с крыши прыгну, потом приеду, развлеку, хрен с тобой. Ой, вообще, конечно, странно вот эту тему с девушкой. Опять надвижешься в транспорт. Ладно, давайте. Не знаю, как-то вот не могу понять. Не могу прочувствовать этот момент с парашютом. Вроде... Не знаю почему. Ой, да ладно, серьезно, опять эта дурацкая тема с мотоциклом. Дурь какая, блин. Ладно, 20% сойдет. О, давайте грузовик. О, нет, тебя возьму. Так, где там эта жопа появилась? В смысле? Не понял. То есть это... то есть это, типа, если она тебя вызывает, то ты к ней прям должен ехать и не колышет, да? Ну нет, иди нахрен, милая. Да вылезай ты, ё-моё. Понятно. Ну ладно. Я что-то даже и не подумал, что у него прям такая, знаете, привязка, типа, что вот только к ней и все. Ну ладно, фиг с ним. Нет, так нет, милая, на нет и сюда нет. В конце концов. Спасибо, чувак. Без тебя я бы так красиво повернуть не смог. Тони, 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 Том. Приехали. Not so fast. Не так быстро. Здорово, чувак. Здорово, Тони. Как там? А, слушай, сдержись на минутку. Времени нет. Да, я правда, я хочу просить тебя поговорить с Тони. Я говорил, Мазанет, тебе ходу нет. Не-не, чувак, я у другом. Прикинь, я скоро буду знаменитым, серьезно.
Ну и? Что ну и? Ты с катушек слетел? Есть ли что-то важнее? У одного из местных завсегдатаев есть своя телекомпания. Я не сниму того мне целое шоу обо мне. То есть они хотели снимать про какого-то латинца из Бохана, но он пропал. И теперь я буду героем целого шоу. Братан, ты целыми днями только тут и стоишь. Да здесь сплошной стресс, ты посмотри, тут есть все. Трагедии, разборки, секс, любовь и все такое. И все это от лица чувака, у которого есть сердце. Слушай, дай пройти. Эй, может пропустишь наконец? Да, шоу будет просто офигенно. Я сейчас извини, но мне пора, но пора вернуться на землю. Да-да, я с ней. Эй, я рассказал следующий. Да, ты хорошо следующий. Слушай, вернись-ка в очередь, но я же следующий. А знаешь, что свободных мест нет? Кусок говна. Как ты, Тони? Мы тут скоро разбогатеем. Ты посмотри, тут дохрена голубой вы готовы тратить свои кровные денежки, а? Что с этим миром не так? Мое время на педике были одинокими, позабытыми и ненужными. А теперь они радостно воркуют друг с другом, делятся рецептами. Вот что психотерапия с людьми творит. Ну куда делось самоуничижение, а? Босс, так кого мне надо убить? О, кучу народу, просто толпу. И куда нахрен подевалась Грейси, а? Вроде говорили встретиться здесь, и да хер с ней обойдусь. А мы с тобой займемся собственным благосостоянием, потому как... содержать ночной клуб уже не так круто, как раньше. Так в чем дело? Бриллиантов. Ходят слухи, что скоро их будут сливать. Прямо в Либертониане. Думаю, стоит наведаться туда и самим выкупить их с сохраненной скидочкой. Ладно, погнали. Да, погнали. Слушай, Тони, может я сам как-то с этим справлюсь? Вот и славно, а ты дождись тут, Грейси. Как только вернусь, сразу отзвони тебе. Чувак, я не под кайфом. Да понял, я понял. Не под кайфом я. Да-да-да. А я, знаешь, не пишу видео для Ютуба. Юсуф? Зачем Юсуф? О, да это же мой друг Кан Луис. Как жизнь? Юсуф, слушай, нет времени на разговоры. Можно взять твой вертолет? Который? У меня тут целый парк. Особенный, со всякой военной хренью. Нет, чувак, стервятник. Конечно, бордело, он так, можно сказать, твой. Я его чуть доработал, тебе понравится. Он на вертолетной площадке в Вест Ривер. Спасибо, братан. Что? Почему вертолет? Боже мой. Да еще военный, блин. Твою-то налево, а. Это плохо. It's really, really so плохо. Да никому в башку не придет, что его могут расстрелять из золотого вертолета. Ну да, действительно. Чего они так тащат с этого золота, я понять не могу. Как по мне, серебро куда прикольнее выглядит. Ну, чисто визуально. Серебро со сталью. Приземлись на крышу музея. Да, ну понятно. Ну, то есть, собственно. А я думал, как там по лестнице забрался. Ну, все же помнят, да, что этот Луис атаковал из окна. Правда, он там атакует... Блин, вот я, честно говоря, думал, что эта атака будет после, ну, например, чего-то. Да, то есть он там как-то... Если вспомнить момент, когда этот Луис атакует вообще, ну, байкеры и так далее, он там атакует с какой-то такой реакцией, знаете, такой какой-то, как бы это обозвать, личный, что ли. Ну, то есть как будто он мстит за что-то. Хотя, а за что ему сейчас мстить? Ну, как бы единственное, они их атаковали, конечно, да, было дело. Но в целом, если подумать, в общем-то, что они сделали? Ну, атаковали, но все равно. Я-то думал, что здесь будет как-то более все, ну, не знаю. Спустить по лесам на уровень окна и проследите за сделкой. Пошли. По лесам. Ага, а вот и леса. Несет меня леса в далекие леса. Куда ты, блин? Вот этот момент, знаете, вы его, вот вы повернули камеру, да? А он бежит, он все равно пытается бежать в другую сторону. Ну да, вот он, собственно, этот момент. Ну сейчас смотрите, сейчас байкер убежит. Вы ведь знаете, как обстоит дело? Нет проблем, за дело. Ладно. Господа, давайте посмотрим товар.
Море, иди сюда. Вот же этот море. Или это другое море. Эй, распошла такая пьянка. Дайте-ка нам взглянуть на денежки. Само собой, без проблем. Вот они, чудо, верно? Немеченные купюры. Никакой истории, не нужно отмывать. Good. Хорошо, Ника, покажи ему товар. Двигай сюда, море. Море, я думал, это вот этот море. Собственно, когда у нас на карте появилось море. Са, глянь, роскошно, правда? Все равно, что концентрированные деньги. Айзек, они офигенные. Подожди. Так, ублюдки, глупости, если жить хотите. Пошел ты. Вот это дерьмо, мужик. Давай. И вот мы проникаем сюда. Не, с калашом я бегать не буду. Есть классный автоматик. Так. Да, чувак, похоже, сильно перепугался. Смешно. Действительно. Погоди, слушай, если вытащишь меня отсюда, обещаю, я с тобой поделюсь. Сделай одолжение, не прямо близко к сердцу. Хорошо? Что? Ну да, действительно. Они уже были украдены у нас, братан. Ну да, скотство, по сути. Ну сейчас мы типа... А чем мы будем выбираться из этого? Из... как его? Синди? Так, Синди, что ты там мне? Знаете, что случилось, сладкий? Пора бы мне принять, что в Либерти не предупреждают о таких вещах. А. Так ты же тупо исчезла, извините, с моего... радара. А, забавно. А, нет, а я же смотрел ее на радаре, она просто исчезла. Интересное кино. То есть надо было позвонить, видимо. Ну, извини, милая. Так, ну, я так понимаю, надо тупо слинять, да? Давай, тупо слиняем. Вызов Тони. Луис, как сам-то? Неплохо, братан. Встретимся у вертолетной площадки в Вест Ривер. Скоро там буду. Окей, сейчас чутка оклемаюсь и приеду. Попробуй, ради меня. Так, сейчас попробую. Ага. Не знаю, что вылесить, но рекомендую это посадить. На этом куске золота спрятаться не светит, но побивать можно за милую душу. Да тва... Ну почему уничтожьте полицейские вертолеты? А ну за что? Блин, ну, я не знаю. Ну разворачивайся, алё, гараж, ну давай, крутись. Чё ты? Алё, ну... Да развернись ты, господи. Ну и где он там? Я в него буду попадать, нет, а? Все? Так. Вау. Да го... Ну, да, ну, блин, ну за что, а? Ну что это такое? Ну почему опять вертолеты? Что? Ну да, вот очень прикольно, ребят. Да, очень классно здесь вот, воевать с этими сраными вертолетами, блин. Взлетай, чё, ну, взлетай, пожалуйста, милый мой, ну, взлетай, я тебя очень прошу. Чё происходит, блин, а? Вау. Что это? Короче, хрен его знает, что это было на самом деле. Что там, то есть, видюха вроде в порядке, что за моргание, что это за баги, я вообще не понял.
Видео, видюха в порядке, не перегретая, ничего. Ну, реально, как бы, ну, сами видели, да? Как все было жестоко. В принципе, ничего страшного не случилось. Сейчас мы доиграем. Единственное, там, конечно, долго, вот немножко, ну, там и так 39 минут на записывано. Сейчас пока эту миссию пройду еще минут. Блин, ну ладно, длинное видео будет немножко. Ничего страшного. Мне кажется, это нехороший звоночек, надо признать. Что это вот? Что это за моргания такие? Ну, вы видели, да? У меня что-то подобное было в этом, во флотауте. По-моему, в первом, в самом. Но там я это все, честно говоря, списывал на... Да, вроде как не должен привлекать внимание. Я это списывал на то, что просто игрушки как бы старые, там, ну, конфликт какой-то происходит. А здесь-то чего? Да уж, вопросик. Да, ну сейчас мы будем опять воевать на вертолетах. Ёлшкин кот. Вот серьезно, ребят, вы сделали драки на вертолетах. А нормальное управление и прицел орудием на вертолете сделать слабо, ядрить вашу в корень, а? Ну почему, почему создатели GTA San Andreas, те, кто там делал все эти вертолеты, самолеты, они отлично понимали, что у них не получилось со всеми этими летучками, что их летучки летают плохо, что целиться на них, это, ну, это не то, мягко говоря. И поэтому они сделали такую штуку, как автоприцеливание, мать его, за ногу. Да. Удобно, удобно. Работает, работает. Хорошо, хорошо. Замечательно. Просто гребаное автоприцеливание. Причем очень хорошее автоприцеливание. Но нет, мы не такие. Мы сделаем херню. Так, это мы все пропускаем, потому что все это мы видели миллион раз. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Знаем, как это обстоят дела, все мы знаем. Знаем мы все лучше всех, чувак. Дела обстоят говенно. Самое смешное, что ведь даже, вот если вспомнить управление вертолетом в Сан-Андреасе, он там даже было поприятнее, честно говоря. Главное, вообще не понятно, ну зачем, наверное, почему я не могу приземлиться и разобраться с этими козлами, блин? Почему мне обязательно в порядке надо вот... Вот опять какие-то дергания, да, вы это видите? Может сесть попробовать и так с ними разобраться? Лоис, как сам? Неплохо, братан. Встретимся в вертолетной площадке, бла-бла-бла. Ага. Нет, чувак, на этом вертолете нельзя вытворять все что угодно. Я тебя уверяю. К черту этот вертолет. Просто без дураков, к черту. Серьезно, ну, это не драка на вертолетах, ребят. Кто считает, что вот это нормальный бой на вертолетах, я вас прошу, возьмите игру San Andreas, GTA San Andreas, и попробуйте там на истребитель набрать 6 звезд. Вот это, поверьте мне, это будет драка. Потому что когда вражеский истребитель постоянно, извините, заходит вам, простите, как говорится, в тыл, и пытается вас этим самым прибить нахрен к чертовой бабушке за уши, к стенке, блин. Вам постоянно нужно крутиться, выкручиваться, выцеливать его, пускать эти ракеты. Вот это я понимаю, это драка. Да, это раздражает, это тоже гемор, по сути. Но, во-первых, вам не... Понимаете, там, как сказать, гемор именно в том, чтобы поймать противника. А не в том, чтобы прицелиться идиотским, как говорится, прицелом, блин. Серьезно, ну...
Почему так дергает? Вы тоже видите, да, эти как-то просадки, продергивания какие-то. Короче, не знаю. Мне не нравится. Ё-моё. Слава богу. О, мой мотоцикл тут стоит. Держи. Эй, Лу, круто ты выступил? Да, чувак, научился от тебя древнему искусству скрывать свои таланты. Вот брюлики, смотри, не потеряй их еще раз. Спасибо, сразу отвезу их в сейф. А, точно, прям коксу, который у тебя там на всякий случай. Бывает, Тони. Ну ладно, выполнили задачу, сейчас поедем, сохранимся. Достижение, вы закончили миссию в музее. Хорошо, наверное. Так, блин, тут прыжок с парашютом. Не, нафиг. Поехали, сохранимся и все, никаких прыжков. Хотя... Луис, привет, слушай, спасибо за стервятника. Неплохо ты его разрисовал, хоть сейчас на секретную операцию. А ты думал, засранец, бицом так тихо подрулить к сволочам, спрятаться в погребном песочке, а потом как выскочить? Я кобра небесная, я летаю на кобровых крыльях. Я крутая летучая кобра. Стоит мне возить себя жало, и ты покойник. Эм, короче, рад, что смог помочь. Ну да, спасибо за помощь. А, вот она. Блин, я что-то езжу, понять не могу. Давайте прыгнем сейчас, раз уж тут находится. Да, давайте сделаем. Это с вертолета прыжок. Ну ладно, давайте. А, раскройте парашют и пролетите сквозь контрольные... Ну нет, блин! Контрольные точки, ну давайте. А увидеть-то можно эти контрольные точки? А где они? Ну. Так, господи, куда я лечу? Там что-то Синди прислал, но... Вот, кстати, тоже могу сказать. Вот в Сан-Андреасе эти контрольные точки как-то лучше смотрелись. Какие-то объемные были. Ну, не знаю. Короче, блин, вот... Я уже не устану повторять. Четвертая часть хуже Сан-Андреаса. Че хотите, говорите, хуже и все, ребят. Просто хуже. Мной, по крайней мере, так воспринимается. Я говорю, надо поиграть в пятую. Здесь пятая вернет мне веру. В GTA. Но это все равно. Вот. Не, я говорю, вот где-нибудь в Сан-Андреасе, в этом... как его в игра-то? Во что мы сейчас играем? В Saints Row вот такие задания, они как-то смотрятся как что-то адекватное, потому что там и игрушка соответствующая. А здесь тут прыжки с парашютом, они не пришли кобыли хвост, честно говоря. Ну и? 90%. Чё? Чё ты? Здорово. Чё ты на меня руками машешь? Так, ладно. Поехали. Сдаваться. Ну, конечно, я опять здесь, блин. Называется. А теперь попробуй вернись домой. Откуда я прыгал? А, вот это. По сути, весь остров закончен, да? Ах, ё-моё. Опять возвращаться. А, да, Синди. Сорян, Синди. Извини, пожалуйста. Ой-ой-ой. Хотя, не разобьюсь, наверное. Ну да. Хотя башкой вот так об бетон, конечно, биться, наверное, было не надо. Ну, вот видели, да? А, все-таки можно смотреть на эти штуки. Да, так доплывем, блин, ну его нафиг. Недалеко. Ну, в общем-то, да, на этом на сегодня заканчиваем. Слава богу, вопрос порешался. Вроде бы. Слава богу, закончили. Но, блин, нет. Не знаю, вот именно с тем, что здесь называется управлением персонажем, все эти полеты на вертолете. Да он ходить-то нормально не умеет зачастую, блин. Разворачивается как инвалид, блин.
И не спорьте со мной, не переспорите, один хрен. Оружие радует. Тут прям вот, ну, ничего сказать плохого не могу. Оружие радует, действительно, какое-то разнообразие. Но опять же, понимаете, вот как бы это сказать? С одной стороны радует, но с другой стороны немножко тоже ведь вопрос. Что это за разрывные патроны такие? Куда они вдруг взялись? Спасибо, чувак. Давай. Брось. Спасибо, что машину разогрел. Ты просто душка, парень. Сейчас бы пришлось опять стекло разбивать, ногой там, прикладом, а ты тут стоишь, ждешь меня. Красавчик. Хотел начать прощаться, но, блин, хрен его, значит, попрощаюсь, выключу запись, а этот, как его, кто-нибудь позвонит или еще что-то, диалог какой-нибудь произойдет, вечно же так? Да, стекло все-таки придется разбить. Так я сегодня клубом и не поуправлял, что не очень хорошо, будем честны. Но нет, хватит. Играть, конечно, хорошо, но не знаю, что-то сегодня как-то я вот слишком часто расстраиваюсь от этой игры. Я, знаете, я вот думаю, все-таки основная моя претензия будет вот этот серый цвет. Но тут слишком много угнетающих моментов, в чем дело. Не знаю, в общем. Только начинаешь восторгаться, опять какая-нибудь хрень произойдет. Опа! Опа! Ой, здрасте. Давайте хотя бы эту точку здесь оставим. Ну что, уезжай, что? Встал, блин. И сидит, смотрит на меня. Умник. Да, все, спать. Спать. Ладно, народ, на этой условно-положительной ноте. Да уж. Всем, как говорится, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно прожимайте колокольчик. Это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек, чмокаю щечку. Ну и затем все. Всем счастливо.